Итак, здравствуйте, дорогие подписчики, а также все, кому интересно. Значит, решил я снять опять очередное видео про Corvette 403. Значит, в прошлом было доработано, значит, фартук был переделан под масляную рубашку, шестерни там в масле все. Также была переделана передняя бабка, тоже под маслом. Значит, проработал он где-то вот у меня уже, ну сколько там, месяц, наверное, где-то. Я точно не помню, сколько там по времени прошло. Ну, пока полет нормальный. Значит, что с задней, то есть с передней бабкой уровень масла как был, так и остался. Никуда ничего не вытекает. Все нормально. Вот, я доволен. Значит, по поводу фартука масла. Есть несколько капель снизу, я их потом покажу. Вот, но практически уровень на месте. То есть там, если где-то что-то подкапывать чуть-чуть, то это совершенно там, как бы сказать, не актуально. Значит, что еще было переделано? Был переделан штурвал. Вот. Также был переделан штурвал продольный, поперечный, вернее подачи. Взят он был с задней бабки, вот, и поставлен сюда, переточен, поставлен сюда. На заднюю бабку был выполнен другой штурвал, вот, потому что когда сверлишь большие отверстия, сверлышком, допустим, на 19, вот, или более, вот, то тяжеловато бывает, приходится путь, поэтому было принято решение, поставили здесь больше штурвал, вот, для этих целей. Значит, ну, в принципе, по-моему, все то, что хотел сказать, сказал. В основном по поводу масла, значит, передней бабки и фартуки хотел сказать. Все отлично работает. Масло нигде не бежит. Так что вот такие вот дела. А, да, также был переделан поддон. Сделан больше просвет, чтобы можно было удобнее вытаскивать стружку. Вот. Ну и все, в принципе. Больше вроде ничего не переделал. Так что вот такие вот дела. А, да, хотел показать. Вот видно, вот масло видим, да, капельки висят, ну вот и все, вот они тут уже висят, не знаю, может там когда они и капают, но практически этого я не ощущаю. Вот, уровень масла не видно будет, ну там как он был, так и остался. Так что вот так вот, всем спасибо.